Президент Татарстана Рустам Миниханов выступил с посланием Государственному совету республики. В ходе послания он предложил объявить следующий год годом сохранения родных языков и народного единства. За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 22 новых случая коронавирусной инфекции, 2 случая завозные, 20 контактные, 3 человека госпитализированы, 19 лечатся дома. В Казани по договоренности РЖД и Госжилфонда запустили бесплатные автобусы с Салават-Купере на станцию Юдина. Шаттл будет ходить от жилого комплекса «Радужный» через Салават-Купере. Пока автобус только один, но потом их число может быть доведено до 5. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.